В одном из недавних выпусков мы очень напугали нашу информационную ведущую Юлию Широкову. Напомним, речь тогда шла о мешках-призраках, которые, сгруппировавшись в кучи, категорически отказывались отправляться на свалку. Мы было уже собрались посетить жилищно-коммунальные организации, чтобы выяснить дальнейшую судьбу этих несчастных мешков. Однако, как видите, ни здесь, ни даже здесь их не оказалось. Хорошо, что есть вопросы, которые в нашем городе решаются быстро и оперативно. Однако есть и те, что беспокоят жителей десятилетиями. Речь идет о городских свалках. Эти захоронения всякого рода отходов находятся в непосредственной близости от города. Кучи бытового и строительного мусора с каждым годом растут и с завидной периодичностью воспламеняются, доставляя жителям не только массу неудобств, но и вполне возможно вызывая различного рода заболевания. Совсем близко располагается мусорная свалка. Жалобы жителей, неоднократное обращение администрации в соответствующие инстанции пока никаких результатов так и не дали. И остается только надеяться, что эта огромная гора мусора когда-нибудь растворится точно так же, как растворились мусорные мешки с опавшей листвой. Илья Леонов, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город Железнодорожный.